Привет, друзья! Мы на канале Farnax Film, и нашим партнером, компании, которая занимается монтажами, поступил очень интересный заказ. Ну как интересный? Они всегда неохотно берутся за подобную работу, ведь это переделка неправильно смонтированного оборудования. И сегодня вы посмотрите, как катастрофическую ситуацию они исправили буквально за несколько часов. Во-первых, все не по уровню, все криво стоит. Ну. Во-вторых, ну вот это у себя в бане, вот это видеть. Ага, грызки какие-то там. Распространенная ошибка. Место стыка находится в перекрытии. Очень плохо. Что, приклеено, что ли? Ну и это вообще. Это обычный утеплитель. А вот после вот этой ваты идет пенопласт. Да. Я первый раз вижу, чтобы юбку установили наизнанку. Ну кто же? Кто же? Как это? Это же вот прям очень, я говорю, очень надо постараться было. Что она вот так-то? Почему мне не понравилось, что она вот так вот стоит? Ну и по логике понравилось. Она по логике вот так вот должна быть. Ну. Ну так, наверное, некрасиво ему показалось. То есть, а вот это вот шикарно. Ну здесь я тоже вангую, что то же самое, та же самая вата. Абсолютно. Почему картон не положен? Ну хотя бы. Че, момент истины? Открываем. Слушайте, почему ты вы неоднократно услышите по ролику фразу: не доверяйте случайным людям монтаж. Иначе все, что вы здесь вот построили, красивое, деревянное, оно к чертям собачьим сгорит. Ну вот тебе отлично. Отлично. Ой, короб, видимо, прикрутить не было не к чему. Поэтому тут пару дощечек вагоночки оставили. 10 сантиметров. Да. Около 10 сантиметров. Вот трубы. Это просто преступление на самом деле. Это преступление. Бак бачком так стоял, да, у нас обособленно. О, интересно, да? Во-первых, понятное дело, что перепутали фронтальную сторону экрана. То, что должно быть красивое, наружу поставили сюда, тем более пленку еще не сняли. Ну и вот сейчас печку будем вытаскивать, протапливать. Надо еще заметить, что герметика не бросила совсем. Вот этот геморрой тоже мы уберем. Вот вам и защита вся. Где вот таких делают, да? Опилки внутри, пыль, грязь. Ну и не закартонено. Не закартонено. Как все легко демонтируется? Прям вообще шикарно. Угу. Внутри уже чистенько, поэтому пока есть возможность, печку протопим на улице. В стене проделываем паз, в который заведем выступающий край фронтального экрана. Не
Внизу печь будет теперь стоять на ровном основании. То, что здесь все поцарапано, не смотрите, это уже даже подржаветь успело от того, что ранее, когда печь устанавливали, двигали по экрану. Докупили боковой экран, поставили его по правилам, сделав вентзазор. Фронтальный экран прикрепили правильно уже изнутри помещения к стеночке. Вверху расширили проем под проходной узел один и сделали полноценный проем в крыше мансардного этажа. Дальше самое интересное. Устанавливаем печь, подключаем бак и пошли на крышу. Так как экран мы переставили фронтальный, у нас ось дымохода сместилась. Придется вот этот мастер-флеш убирать и его переставлять. Предварительно очистив и обезжирив, нужно подкрасить поврежденные элементы, чтобы они дальше не ржавели. Хорош таракан устраивает. Подкрасили экран, но не пугайтесь, вот эти вот пятнышки, они потом подсохнут и поверхность будет равномерно окрашенная. Печка установлена, дальше формирование короба в перекрытии и пойдет простая сборка прямого дымохода. Снизу установили декоративный фланец так, чтобы было удобно набивать короб сверху. Используем хорошо зарекомендовавший себя материал Rockwool Firebuds и базальтовую вату. Если вы хотите знать, как правильно монтировать дымоход для банной печи, отопительной печи или камина, подписывайтесь на наш канал. Внутри почти закончили, временно под косым проходом в кровлю установили подпорки, которые снимем после установки составного фланца. Вот, друзья, какая красивая печечка получилась. Стоит замечательно, пряменько. Экранчики все такие красивые. Бак установлен нормально, подключен. Это, конечно, еще далеко не финальный результат, но уже можно наблюдать, как все преобразилось. Друзья, каждый должен заниматься своим делом. Не доверяйте монтаж отопительного оборудования и дымоходов случайным людям. Да, в комментариях нам могут сказать, что с одного-двух раз баня точно бы не сгорела. Далеко не факт. Все зависит от того, как бы пользовались этой печью. В результате неправильных действий строители, которые строили эту баню и решили поставить печь, пострадал, к счастью, только финансово владелец этой бани. Ему пришлось заплатить за монтаж печи первый раз, за демонтаж печи и за новый монтаж печи. Помимо важности пожаробезопасных расстояний, главное в монтаже это еще качественный дымоход, качественные печи и качественные материалы для монтажа. Все это можете найти на farnax.ru и в магазинах Farnax в городе Новосибирске. Больше интересных материалов на нашем YouTube-канале Farnax Film. Ну а первый этап монтажа на сегодня закончен. Остались только косметические вещи, которые мы в принципе оставим за кадром. Желаю всем легкого пара, до новых встреч, счастливо!